Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куксо, и мы находимся в самом древнем городе Беларуси – Полоцке. И как вы уже, наверное, догадались, позади меня находится то самое место, где я и учусь. Это один из корпусов Полоцкого государственного университета. Быть студентом – это здорово, а в таком поистине историческом месте время, проведенное здесь, становится просто незабываемым. Что ж, позвольте мне приоткрыть для вас занавес в этот таинственный студенческий мир. Сегодня в этих стенах обучаются тысячи студентов, но в 16 веке это было место, где обучалось всего несколько таинственных иезуитов. И знаете, их присутствие чувствуется здесь и сегодня. Полоцкий иезуитский коллегиум, а впоследствии Полоцкая иезуитская академия, это первое высшее учебное заведение на территории Беларуси. Сегодня здесь находится Полоцкий государственный университет, и мы, следуя традициям наших предков, продолжаем прославлять это место и стремимся как можно глубже познать этот мир и сделать его хоть чуточку лучше. Во времена иезуитов это место славилось высочайшим уровнем образования и, конечно же, своими именитыми выпускниками – писателями, художниками и философами. Сегодня сфера наших интересов существенно отличается. Меня, например, как экономиста, интересуют вопросы устойчивого развития и технологического прогресса. И я уверен, что мы тоже добьемся высоких результатов. Но знаете, как и в те времена, жизнь не одной только учебой полнится. Невозможно быть студентом без концертов и выступлений. По крайней мере, я себе этого представить не могу. Эти стены многое повидали. И пышные балы, и скромных музыкантов, и даже императорских особ в лице самой Екатерины II. И пусть сегодня нет такого пафоса, творчество в этих стенах меньше не стало. Скользкие улицы, и на марке целуются помятые крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответит, что ждет впереди. Есть у полоцких студентов и еще кое-что особенное. Удивительная механическая голова, разговаривающая на разных европейских языках. Это копия уникального творения выдающегося ученого 18 века Габриэля Грубера. На эту голову приезжали посмотреть из разных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Варшавы и даже Берлина. Что ж, мне тоже есть о чем спросить. Приветствую вас, мудрый старец. Позвольте спросить, смогу ли я стать студентом года? Дорогой друг, если вы приложите максимум усилий, то, несомненно, получите достойный результат. Вот такая она жизнь студентов в Полоцком государственном университете. Помня и чтя традиции прошлого, мы с гордостью идем в будущее. Меня зовут Дмитрий Куксо, и я познакомил вас со своей альма-матер и студенческой жизнью. А если вы хотите прочувствовать атмосферу этого уникального места, то приезжайте, вам будет очень интересно. Ну а пока, до скорых встреч!